Сельчане готовятся к проведению весенних полевых работ. Согласно прогнозам, предоставленными районами, в текущем году руководители крестьянских хозяйств планируют провести яровой сев на площади 1 300 000 гектаров. Площадь зерновых культур с учетом озимых составит 1 165 000 гектаров, или 101% к уровню прошлого года. Аграрии приобрели свыше 10 тысяч тонн минеральных удобрений. Готовность тракторов составляет 85% от всего автопарка. Сейлок – почти 90%, пасивных комплексов – 98%. По данным на начало апреля, коммерческие банки выдали кредиты 103 хозяйствам на общую сумму 27 миллионов рублей.